Каждое мое новое путешествие, приключение начинается с одной и той же задачи – вырваться из оков душного города. Как бы это странно ни звучало, но это самое сложное на пути к своей цели, к своей мечте. Словно липкая паутина, мрачный мегаполис удерживает бесчисленным множеством светофоров, заторов, разноцветными вывесками и прочими ловушками времени, не выпуская на волю. Но стоит покинуть обитель суеты и вечных забот, как за спиной будто бы расправляются крылья. Хочется остановить автомобиль в бескрайнем поле, выйти и закричать «Я свободен, я живой». Сегодня эти чувства, это состояние ощущается особенно остро, ведь впереди давняя мечта, многие годы не дававшая покоя – гора Трезубец, взобраться на которую я пообещал себе год тому назад. Поэтому каждый прожитый с тех давних пор день можно считать маленьким шагом на пути к возвышающимся остроконечным пикам. Уже ставшая знакомая дорога вскоре привела в не менее знакомые места – Внешне ничего не изменилось за прошедший год. Размеренной и спокойной жизнью живет небольшое село Сартембет, встречая приезжих старенькими домиками, отважно противостоящими дождям и ветрам. Неподалеку известное в широких кругах озеро Аир или Монастырское, расположенное в межгорной котловине на фоне захватывающих внимание пейзажей. У подножия горной цепи ждет наступление пляжного сезона, небольшая база отдыха, яркими красками свежих домиков, выделяющиеся на фоне желтых и зеленых оттенков. Вольно пасутся на бескрайних просторах молодые телята и жеребята. Одни не отходят от своих родителей, другие же ищут малейшие возможности, чтобы ускользнуть подальше от своих мам, все как в жизни. Не дожидаясь официального открытия купального сезона, отдельная категория отдыхающих наслаждается солнечным деньком, расположившись на золотистом песке, плавно примыкающем к прозрачной глади озера. Впереди величественно возвышается гора Трезубец, теперь выглядящая совершенно иначе, нежели издали. На ближайшие дни Айртау – моя цель. Побывать на седле между остроконечных пиков было давней мечтой. Спускаюсь к небольшому ручью, пересекающему подступы к горе, который годом ранее пытался преодолеть я на легкой ниве, разведывая возможные подъезды к подножию горного массива. Оставив позади бурный ручей, втекающий в озеро Аир, по едва приметным следам пытаюсь подобраться как можно ближе к Аиртау. Хочется сберечь силы, которые, без сомнения, еще понадобятся для подъема. Дальше в роли штурмана отправляюсь на разведку пешком. Нужно как минимум доехать до деревянной вешки, установленной на одной из возвышенностей. Оттуда и начнем восхождение на седло. Примерная траектория подъезда выбрана. Долина, что издалека выглядит ровной и гладкой, на деле представляет собой заросли караганника, плотной стеной сковывающего едва различимые тропы и дорожки. В таких местах нужно позаботиться о защите номерного знака. Цепкие ветки кустарника не щадят хлипкую табличку госномера. За несколько выездов может превратиться на высцарапанный и нечитаемый кусок жестянки, который в городе доставит немало хлопот с представителями органов правопорядка. Еще лучше номерной знак в таких поездках снимать. Главное, не забыть вернуть его на свое место перед выездом на дорогу. До вечерних сумерек время еще есть отправляясь к небольшому озерцу, расположенному выше по течению ручья, который мы пересекли. Земля под ногами хлюпает, кругом едва приметные лужицы воды, образующиеся то ли от стекающего с гор ручейка, то ли откуда-то из-под земли. Благо, местность затоплена не вся, поэтому по бугоркам да по кочкам можно пересечь затопленную полянку. С любопытством выглядывает из своего домика суслик, небольшой грызун семейства беличьих. Эти места – его ареал обитания, поэтому здесь он чувствует себя свободно и защищенно. На подходах к озеру творится что-то невообразимое. Бесчисленная пернатая авиация создает причудливую какофонию звуков, разносящуюся над озером подобно звуку музыкального оркестра, раздающегося над концертной площадкой. Подойдем к озеру поближе, попытавшись не спугнуть его обитателей. По периметру озеро сильно заросло. Быть может поэтому иногда о нем можно услышать мертвое озеро, хотя по многообразию его обитателей такого не скажешь. При виде таких кадров улыбка возникает сама собою, умиляет такой контраст силы и покорности с властью одного человека над целым табуном резвых лошадок, которых что-то держит рядом со своим хозяином. На подступах к озеру стоит неприятный запах, чем-то похожий на запах болота. Под ногами вновь вода вперемешку с травой и грязью. Шорох золотистых колосьев невольно заставляет вглядываться пристальнее в эту непроходимую стену, надежно защищающую пернатых певцов от незваных поклонников. Мое присутствие их нисколько не напугало и даже не смутило. Напротив, сложилось впечатление, что при виде меня они стали исполнять свои песни еще громче и выразительнее. Пора возвращаться к месту стоянки. День идет на убыль и скоро начнет смеркаться. Напоследок еще разок останавливаюсь, чтобы оглядеться вокруг и сполна насладиться завораживающими видами и чарующими слух звуками. Как же все-таки прекрасен каждый миг нашей жизни. Миг, который не повторится более никогда. Останутся эти места, эти пейзажи. Казалось бы, ничего не изменится спустя годы, но я уже не вернусь сюда таким, как в этот миг. Будут другие мысли, другие убеждения, и все вокруг будет казаться не таким, как раньше. Именно поэтому наслаждаться нужно каждой минуткой, подаренной нам свыше, ибо есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется ⁇ Жизнь ⁇ Слова известной песни ⁇ Как нельзя лучше отражают состояние, в котором пребывал я весь оставшийся вечер ⁇ Полезно хоть изредка оставаться наедине с собой, настроить мысли на нужный лад, навести порядок у себя в голове. Подобно уборке в доме или квартире, это очень нужное и полезное занятие. Особенно сегодня, когда информационный поток полезной и бесполезной информации непрестанно проходит сквозь каждого из нас. Уберечь себя от нее попросту невозможно. Она стала частью нашей жизни и подобно вирусу может поджидать где угодно. Выход один – выработать крепкий информационный иммунитет и периодически наводить порядок внутри себя. Вечер я провел в волнительных мыслях и чувствах. Давняя мечта, многие годы не дававшая покоя, будто усилилась сто крат, почувствовав, что гора Трезубец совсем рядом. Завтра меня ждет сложный подъем и встреча со своими страхами, которых не встречал я ранее. А на сегодня силы уже закончились. Уровень внутренней энергии упал до критической отметки. Поэтому, устроившись в теплом салоне у Азика, я уснул крепким сном младенца под едва слышное дыхание Айртау, горы, овеянной множеством легенд и преданий.